Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в... как он называется-то? SnowRunner. SnowRunner. В ModRunner. Карта побережья сегодня. Две пилорамы, лесопилки. И едем. Че, уложимся сегодня за час, как всегда? Да нет, конечно, какой тебе за час? На чем поедем-то вообще? Я может, сразу знаю. Я, наверное, ехать? Поеду на Урале. Я не знаю, просто куда везти эти... Вон гараж, я вижу, куда гараж. Лес? Везти. Да, но я вижу, куда гараж. А! Гараж, я повезу. Ну давай, ты в один гараж, я в другой гараж. В смысле, два гаража? Два гаража. А у меня УАЗик только или нет? У меня тут стоит еще этот, как его зовут? Все, зелок есть, 130-й. Да. Так, это что нужна? Бортовая платформа и... Нет, полуприцеп нужен, правильно? Да собака, а что, нету, да, прицепа? Полуприцеп надо. Ядрить, колотить. Ты в какой гараж едешь? В нижний. Отлично, езжай, я тогда в этот поеду, в верхний, который. Только не понимаю, как туда вообще доехать, но сейчас будем что-то делать. Я не пойму, это я воткнул прицеп или это мы тут вместе стоим? Что-то загораживает место. Да охренеть! Слышь, оно место освобождает, за тебя не могу. Ага, сейчас. Главное, что прицеп твой типа непрозрачный, а ты прозрачный. На, запустил бегун. Чё? Да он просто непрозрачный, я думал, он меня сейчас снесет твой прицеп. Двигун. Нормально, сейчас снесу. Так. Ребята, этот ролик не для детей. Тут обсуждаются серьезные темы. Так, кстати, говорю сразу, по поводу ТП в гараж, рассчитывая так, что ТП хается в ближайший. Я вообще не хочу никакой ТП. Я против ТП. Хм. Надо максимально вот своими силами топить, чтобы вот проходить, ну, как будто нет никаких ТП, понимаешь? Но ТП жизнь есть. Без ТП. Слушай, так тут направление было направо. Тут дорога направо была, почему ты туда попёрся? В смысле, направо не было? Да там было. Не захотел, так и скажи. Я посмотрел просто по карте, вот эта дорога показалась мне максимально правильной. Вот просто некоторые на карте не отображаются дороги. Как обычно. Ну, ладно. Мне и без карты, знаешь ли, как с картой. Кому как карта ляжет. То есть на опыте, да? На опыте пошёл. Я эти сноураннеры ваши вертел и проходил. Ага. Тут мост сломанный, я боюсь перевернуться. Это нормально? Деревянный, из бревен? Нет, из грязи. Из грязи и бревен? Да. Потихонечку. Чекайте, ребят, сейчас переворот будет. Подъем-переворот. Сделаешь? Просто переворот будет. Без подъема. Ой, я забыл нажать кнопочку. Нажал. Кнопочка. Все, я выехал, кстати. Даже не перевернулся ни разу. Ну, так неинтересно. Согласен? Сейчас перееду, пойду. По сути, зелок неплох. Я думал, что какашка будет, но вроде неплохо едет. Ну, не знаю, мне вот пока что такой грунтец тверденький. Нормально прет по нему. Грунтецкий. Грунтецкий. Так, а мне не могу ли здесь срезать никак? Похоже на то, как бы... А, не, не могу. Я думаю, что ты быстрее доедешь до гаража. Он ближе просто у меня. Ну там тебе через реку, по-моему, нужно будет чуть проплыть. Да, да. А там уже... Я надеюсь, что там все это цивильно будет. Ух, ух, чуть не завалился. Чуть было завал не произвел. Я вот обычно... Ну, типа в играх, как City Car Driving или других, навал произвожу, а тут сейчас мог завал произвести. Не завали КамАЗ, да? КамАЗ, у меня зелок. Сегодня Зеловский и Зеловский на связи. На связи. Пш-пш. По рации. Это так тихо говоришь или это скайп убавляет? Я пс-пс-пс говорю. А, ну просто... Еле ну, слышно, да, где-то вдалеке. О, заправка у меня есть. Пис-пис-пис-пис просто. Флайк, если делаешь пис-пис-пис. На заправке.
На заправке это слишком цивильно, мне кажется. Можно и около дороги так-то, в кустике. А в кустике тоже так слишком цивильно. А как тогда надо? Вам, мне кажется, такое нельзя рассказывать. То есть стоишь в пробке, открыл дверь. Вот это нельзя рассказывать? Или окно и... Нет, окно это жестко. Мне просто один водила рассказывал, что типа в пробке он как-то стоял в Москве. Приспичило, и он просто вылез, открыл дверь и... Я застрял. А если по-другому приспичит? По другому поводу, так сказать? Что тогда делать? Не знаю, что делать, я застрял, вот что делать. Я пока что еще еду, но у меня тут какая-то лужа я огромная. Я не в грязи застрял, я... А, все. Читерский метод здесь работает. То есть за прицеп цепанул и попер вперед. Он везде, по-моему, пашет. Нет, в спинтиросе не работает. Вот в сноураннере, да, видишь, хорошо работает. Типа в спинтиросе нельзя было этот за жопу цеплять, только за морду? Можно было, но оно не работало так читерски, как должно быть, как здесь. А, типа этот, через силу, эффекта, да, так сказать? Эффекта не было, да. Да, эффекта не было. Как будто, знаешь, там, типа, этот трос, он через всю машину идет и просто рвет ее на части. У спинтироса, по-моему, там вообще лебедка особо не работала. Она так чисто, как трос. Ну, как-то работало, но не очень сильно. Так. Пробую не утонуть. У меня такое ощущение, что у меня всего две передачи в машине, потому что я больше второй еще ни разу не видел. Ребят, пробую не утонуть, миссия провалена. Не оценили шутку? Зря. Че, не утонул, что ли? Ну, я пытался. Хотел, чтобы красиво было, чтобы там, ну, экшен, хардкор, все дела. А УАЗик утонул бы там? Да, УАЗик утонул бы. Ну, хотя, знаешь, УАЗик такое так говно, ты... что, в принципе, он не тонет. Кстати, если карта очень похожа на спинтайресовскую, то, возможно, ты прям перед гаражом там еще улетишь. А то тут есть водоем такой. Потому что там, типа, возле гаража, типа, река, и через мостик нужно будет через реку к гаражу. Если точно так же сделано, но я не помню. Широка река, глубока река, утонул я в ней. Постекла. А, нет, это не река. Постекла. Это вообще дорога асфальтированная. Тут асфальт есть. Да. А потом с асфальта ты свернешь, да. Глубока река. Да пока нету. С асфальта направо будешь сворачивать? Наверное, будет. Не знаю. Но если так же сделано. Подожди, тут нет дороги. Опа. Как бы, ну... Ну ладно, давайте поедем здесь тогда. Пока поедем по дороге, вот через точку разведки. Едь, короче, по асфальту и смотри направо. Не, налево надо будет. Ну, пока карта ведет налево, мне никаких направо тут не надо. Ну, я имею в виду, типа, к гаражу, чтобы... Там просто. Да я разберусь, быть, ты давай, ну, как бы за собой. Да, там. Я, да. Таким еще голосом, да. Так, да блин, вот реально, я хочу третью передачу, я хочу ехать. На какой ты передаче по асфальту ездил? Хоть так расскажи, как оно. А где посмотреть передачу? Справа. Вторая, третья. О, третья. Четвертая. Я, пятая, кажется, сегодня нажрусь, походу, вечером. Нажрешься? Да. Чего? Да третья передача, блин, воткнулась впервые. Так, я проехал. Это отлично, а гараж открыл? Я проехал дорогу. Поворот проехал. А, молодец. Я просто не думал, что он настолько будет ужасен. То есть, походу, придется тут пробираться через вот этот кишлак какой-то. Ты сейчас в гараж едешь или хочешь открыть этот где-то кусочек? Я хочу там все вместе сделать. Делать по красоте, но у меня такое есть вот сомнение, что в принципе меня здесь, ну, дорога как бы нагнет. И это будет не фаст ран, не спид ран. Это будет фекалия жесткая. Фекал ран. Как будет фекалия на английском? Я думаю, фекалия.
Почему так же? Ого. Слушай, тут в луже голубая вода. Да Прикинь. ладно. А, я подъехал, она стала серой. Я, кстати, SEO-специалист. Ребята, если вам нужно SEO, обращайтесь ко мне, я делаю платные консультации по SEO. Ты объясни людям, что такое SEO, то кто-то вдруг не знает. Ну, это поисковая оптимизация. Я скоро кейс покажу. Кстати, у меня канал Мамкин Бизнесмен, все, доступен мне. Я на днях видосик запилю туда. Буду продавать там платные курсы. О. Пока можете купить их бесплатно. Это как? Шутка. Так, а Да, как а мне проехать? почем продаж? Почем мне продаж? Могу бартер, типа, даже. Бартер? Кстати, ты мне должен 10 реклам, по-моему. Могу стартер. Помнишь, ты мне 10 реклам должен? Да, на основной канал вообще-то. Да. В смысле, на Это основной реклам. На основном канале своем. на основном канале своем, на твой основной канал. Почему это я что хочу, могу рекламировать? Не-не-не. Но пока мне ничего не надо. В смысле, нет, мы так не договаривались. Ты просто мне должен 10 приролов любых. Ну, видите, Я даже. требует за то, что снимает со мной, требует, говорит, ты мне должен делать приролы на мои каналы. Говорит, за то, что я с тобой А, снимаю, нет, говорит. там была какая-то другая тема, что-то поспорили, и ты проспорил. Я уж не помню условия, я просто помню, что ты должен. За тобой должок. Слышь, Такое было, я дружок. не помню, 5 или 10, но было, что на основной канал вообще-то, Нет, а не на левые с каналы. основного канала. С С основного основного канала. канала на основной канал. Нет, да не на основе, что ты тут придумаешь? Там было просто Не условие, что не выдумывай. какую-то шляпу, не какую-то шляпу. Типа OnlyFans нельзя рекламировать. Что-то такое надо, нормальное. Слушай, я не знаю, куда еду вообще. Но мне пока не надо, я Так просто ты тебе по напомню. асфальту мог ехать, я же тебе говорил, едь по асфальту, потом свернешь направо. Не-не-не, тут нормальная дорога. Так я открывал вообще эту точку разведки, Да дурачочек. ладно тебе рассказывать, вы Дурачочек. думаешь. Точку Ну ты, разведки блин, открывал. кабачок старый. Раньше ты не жаловался. Не понял. Какой-то скрытый смысл в этом текстовом сообщении, Слушай, а голосовом. вот как раз-таки хорошо, что я здесь поехал. Я объехал Шишига реку. Я объехал реку. здесь. Кразик есть. Отлично. Перевернусь или нет? Очень хотелось бы. Не сильно уж и хотелось. Мне хочется перевернуться тут. Слушай, у него мост такой, вот это яблоко моста такое серьезное, да? Яблоко моста? Яблоко Да. моста. Мне кажется, у меня вот стол, на котором компьютер стоит, он меньше, чем вот То это есть ты вот хочешь сказать, яблоко что оно больше, чем голова? моста. Конечно. 100%. Не то, что больше, чем голова, она больше, чем твоя жопа. У меня жопа маленькая, миниатюрная. Рассказывай. Сейчас. Ну чё, поздравь меня. Карта пройдена. В смысле? Опа! Завалился? А я, кстати, раньше тебя успел, так что все, с тебя 42 прирола. Нормально придумал? Очень. О, нашел этот. Что это такое? Кировец. А у тебя какая-то фигня типа Урала. Я поеду еще там, открою одну точечку разведки. Так, на всякий. Да, ты можешь, в принципе, и Нет. две. Да. У меня не Да, получится две. две. Две, две, две. Нет, нет. Да, две, да, две. Нет. Да ладно тебе, что ты мелочишься? Залетаю, просто залетаю в грязь со всего маху. Тыква. Блин, да тут вообще смешная речка, оказывается. Просто смехотворная. Там УАЗик проедет, просто даже на галочку не надо давить. Да. Понимаете, о чем? Я, блин, куда-то заехал в такое место, что тут Ты только просто на ездить не. галочке ехать придется. Ну ты прокладку поменяй. И все поедет. А ты прокладки используешь? Виктор Рейнс. Виктор Рейнс, кстати, нормальная.
Слушай, а почему Виктор Рейнс, вот есть всякие там авто эти, они, многие говорят, что Виктор Рейнс типа такой себе. Ни разу не слышал, чтобы так говорили. В основном всегда Хотя, говорят, что Виктор Рейнс топ. по-моему, офигенные. Лучше для мужчины нет, чем прокладки Виктор Рейнс. Отличная рифма. Ну, почти рифом была, знаешь. Так никто не это. Я Как как бы. бы не то чтобы поэт, но не мог не удостоить Виктора Рейнса своими прокладками. То есть своими стихами я имел в виду. С его прокладками. Но там и герметик вроде как хороший у него. Кого? У Витька. А. Кстати, интересно, а если эти... По-моему, есть, да, ГБЦшные прокладки Виктор Рейнс? Там, по-моему, все есть. Вот тоже, да, прикольное и название такое классное. По сути, это же, ну, просто как бренд, это, ну, имя человека же, имя, фамилия. Ну да. Ну, хотя Toyota тоже, по-моему, это этот, фамилия человека. Nissan вроде Как бы тоже. да, что есть, то есть. Интересно, Так. BMW это как расшифровывается? М? BMW как расшифровывается? BMW там, по-моему. Аббревиатура же это какая, да? Там, по-моему, короче, этот. Два завода были, Баварский которые делали моторный там. завод. А? Баварский моторный завод? Может быть. Там, короче, типа было изначально две компании каких-то. А потом они слиялись. И вот с этого слияния получилось BMW. То ли с названия двух компаний, то ли с фамилией двух чуваков, которые создали эти две разные компании, потом слияние сделали. Неплохо. То есть, типа, изначально было две конторы Слушай, какие-то, ну а потом. я распломбировал, как видишь, карту. О. А почему у меня вторая половина карты серая? А, потому что она такая, типа, на них не было точки, но она, типа, открыта. Бред какой-то. Так, что делаем? Что делаем? Да. Везем лес. Весенний лес, весенний лес. Ну, мне предлагают другой гараж, конечно, вернуться. Да, я так прикинул, в принципе. Я сейчас, наверное, буду себе вручную грузить, чтобы поближе ехать. А, хотя нет, автоматом буду грузить. А оно по пути? Блин, он Так, нифига не по а пути. что мне надо-то? Ну А ладно, фиг ты с ним. что-то тут встал, как бы, ну. Это ты тут встал? Я тут был. Нифига ты, блин. Иди в сраку. Твою. Толкается, блин. Только в твою. Так, ну-ка, вылазь. Проникатель какой-то. Проникатель 3000. Так, а что мы берем вообще? Гаражный фургон? Нет. Запасное колесо? Конечно. Расскажи, что надо брать, я не это, не совсем понимаю. Полуприцеп, фургон? Ты хочешь сразу два отвезти? Ну, конечно же. Короче, или прицеп и этот, и платформа бортовая, или Так, то есть сцепку же убираем. роспуск. Типа, короче, смотри, на роспуск ты можешь загрузить или 4, или 6. А бортовая платформа плюс прицеп ты можешь загрузить 6. То есть А суммарно 8 тебе нельзя сразу? 8 нет. То есть тебе суммарно один фиг нужно два грузовика. Ну и фекалия. Так давай в одну точку едем, просто два возьмем удобных каких-то. Или не получится так все равно. Ну, я по-любому сейчас буду два брать, чтобы на лесопилку тянуть это все. В смысле, ты два грузовика сейчас будешь тащить с собой? Да. Так а зачем два раза ездить на точку? А какой ты еще возьмешь? У меня крас стоит в гараже в нижнем. Так, гаражный фургон. Так что взять-то я что-то это? Полуприцеп, распуск. Да бери, что хочешь, с чем хочешь ехать. С распуском, наверное, будет попроще ехать. Там длинный, короткий. А что-то тут нельзя нифига поставить.
Платформа лесовоз. А, из-за... Блин, нифига. Платформу лесовоз ставлю и... И... Роспуск какой-то. Ты без нее хотел роспуск утонуть? Она не ставилась, потому что у меня запаска была. Прицеп роспуск. Не знаю, сколько я так возьму. Так, и что, и поперли уже или как? Да. Единственное, что грузиться где? Где грузиться? Так, подожди, я дай за тобой поеду. Не знаю дорогу, куда ехать. Просто, в принципе, если ты через реку нормально проезжал, и если ты поедешь на лесопилку, которая сверху слева на карте, то проще будет на верхней загрузиться, наверное. Ничего не понял, но очень интересно. Ты на какую хочешь ехать пилораму? Да мне вообще все равно. Так давай тогда на верхнюю едь. Тогда тебе проще будет загрузиться на верхней погрузке бревен. Так это где? Верхняя погрузка бревен. Это... Можешь точку поставить? Я не понимаю. Вот тут. Вот это? Увидел? Да, да. То есть тебе просто по асфальту сейчас кружок ждать? А как же блокпост? А блокпост потом? А ты на верхнюю повезешь вот по этой дороге. А-а-а. Вокруг. Только тебе тогда проще сразу тоже два грузовика там взять и все. А где мне сейчас еще грузовик взять? А посмотри, что подходящее есть по карте. И где оно расположено. Потому что у нас же разное расположение получается. Так. Короткие бревна вот может перевозить. Б-131. Это не, что-то не, не, не мог, да? А, стоп. Б-131 это ЗИЛ. Это нормально. Просто если 130, то это уже жепа. Потому что 130-й... Стоп, или какой он вообще? А, это Урал вообще. 131-й ЗИЛок нормальный. Это Урал. Урал тоже нормальный. Так, тогда Урал я вертаю в гараж. Ты только аж этот, бери относительно того, что ты поставил на первый грузовик. Если ты на первый поставил 4, то на другой тоже ставь 4. Если на первом 6, то на второй там 3, 2. Чтобы лишнего не возить и не получилось так, что не довезешь чуть-чуть какое-нибудь одно очко. Я не знаю, сколько я очков там взял. Так, запасное колесо убираем. У тебя длинный роспуск? Ты с роспуском или с прицепом? Прицеп, роспуск у меня. Он длинный или нет? Я не знаю, как его посмотреть. У тебя на галочку есть, ну, типа этот, сложить его функция? Сейчас я пересяду в ту машину, которая та. На галочку сложить? Нет. Значит, короткий, значит, там 4 бревна влазит. Значит, то есть мне еще такую же взять? Да. Так, ну и неплохо, в принципе. Так, это значит, мне надо убрать вот эту шляпу. Вот ты куда попал? Портовую шляпу убрали. Портовую? Портовую шляпу, да. Так где этот роспуск-то? Ядрить его налево. Ядрить, колотить. Ну, прицеп роспуск. Роспуск. Ла-ла-ла-ла-ла. Блин, нафига я купил роспуск и попёрся все равно в гараж? Проще было на пустом грузовике туда приехать, а потом купить, да? Я просто сейчас время трачу на это. Так восстановить можно в гараже, как бы оно. Кстати, интересно, уже ближе к гаражу? Точно! Слышь, ну капец, ты, конечно, ну, сразу видно, высшее образование есть. Умный такой. Спасибо. Я просто от тебя поднабрался. Спасибо. 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 Ой, спасибо. То есть вот это нормально? Да. А, понятно. А вот то, что привет, ребята, эй! Это ненормально. Да. Странная у тебя логика. Ребят, какая напишите есть в комментариях, что лучше. Если вы поняли, о чем спасибо речь. Спасибо или привет, ребята. Да, если не поняли, о чем речь, то просто приятного вам просмотра. Всего хорошего. И приятного аппетита. Да, приятного аппетита самое главное, потому что я надеюсь, что каждый из вас сейчас хавает, пока смотрит это длиннющее видео. Потому что если нет, то я вообще не понимаю, зачем его смотреть. Я без бревен-то смогу проехать по асфальту? Да. Ты же с гаражом катался.
Забыл нет, уже. Ну, просто у меня как бы прицепы для бревен, но бревен еще пока нет. Понимаешь, что? Понятно все с тобой. Сложный. Блин, а я смогу сразу два загрузить или надо также по очереди? По очереди грузить. Слушай, ну я сейчас с зелком тяну Урал. Типа, мне кажется, Уралом надо тянуть зелок, наверное. Да не знаю, у меня что-то так совпадает, что вот на всех прохождениях, вот сколько мы с тобой проходим, я что-то постоянно с зелком тягаю. Просто так совпадает. Ну хотя Урал у меня на ходу, поэтому, наверное, проблем не будет. Типа не просто на лебедке, а этот. Да, да, он двигается сам. Интересно, у него блоки там, не блоки включены? Как вообще выключить у него блоки? Надо сесть на него, что ли? Там, мне кажется, там нет такой функции, что они будут работать, если он на лебедке. А, ну понятно. Я просто про расход топлива переживаю, чтобы хватило мне вот этого вот запаса. Если ты из гаража выехал, то тебе должно хватить. Так что можешь не переживать. Но вообще там как бы не так уж и далеко, там уже и заправка вон. Чуть-чуть выше по карте. С гаража. Было туманное утро. Зима вступила в свои силы. Снег падал за окном. Ого. Я подошел к окну и какнул. Потом налил чашечку горячего кофе. И сделал из них какао. Там не торопясь все это выпил. Какой прекрасный день, подумал я. Но вдруг я вспомнил, что сегодня уже не воскресенье, а понедельник, и на самом деле я опаздываю на работу. Тотчас же я начал моментально собираться, чтобы не получить нагоняй от начальника, и собравшись достаточно быстро, выскочил из квартиры. Но понял, что не могу найти ключи, чтобы запереть дверь. И как назло, в этот момент открылся лифт, и оттуда показалась прекрасная девушка. Это была новая соседка. Это аудиокнигу кто-то переслушал, что ли? Нет, кстати, у меня Урал просто на меня наехал, я от этого начал орать. Урал сзади меня, он на меня наехал, и я проорал с этого. Ну я, блин, как дурак кручусь тут на погрузке и не могу развернуться. Бывает. Мы вообще поедем сегодня или кого? Ни черта не видно. Я не могу вытащить его на берег. Даже на понижайке. В воде, что ли? Да. Ё-моё. А лебедить не за что, да? Ну, лебедить у меня уже лебедка же это. Есть. Лебедка, если что, я тебе сейчас секрет раскрою, ты, возможно, сейчас протупил немного. Короче, если ты жмешь на V, и у тебя стоит газ, то у тебя при нажатии на лебедку он только будет на газ жать. А если ты поставишь лебедку. Я не про это, я своим грузовиком не могу выехать. А сзади никого нет? Есть твой сзади грузовик или нету? Нет, сзади-то есть мой грузовик. Им так газ... ты тогда F зажимаешь, когда у него газ включен, он начнет. Он на меня наехал. Потолкнет. Наехал меня. Наезд произвел. Ну хотя вот сейчас получше стало, кстати. Сейчас не наезжает, а просто газует. Газманов. Родион или Олег? А что, Родион какой-то есть? Газманов? Это сын Олега. А. Ну, я не знаю, не знаком. Заново. Заново? Гамзанов. А. У меня бабушка так называла. Гамзанов. Гамзанов? Да. Олег Гамзанов. Олег Гамзанов. Я просто орал с этого всегда. Но она знала, что мне это смешно, поэтому она так говорила. Блин, когда там утро? Я хочу утро. Нифига не видно. Мне сейчас по лесу ехать. Скоро. Еще не скоро утро. Я хочу скоро. Я боюсь, что ты не доживешь до утра. Тебя в лесу волки
вытащат из твоей этой и... берлоги. Сам додумайся, что они с тобой сделают. Потом съедят еще, да. Я тебя понял. Вопрос закрыт. Вопрос ребром. Вопрос ребром. Ага, что-то вопрос ребром, а я что-то сразу подумал, ребрышки какие-нибудь на этих, на углях. Я тоже об этом подумал. Это очень плохо. Это очень вкусно, чертовски вкусно. Да. Бараньи ребрышки на углях. Так, хватит. То я тебя сейчас с друзей удалю. Удаляй. Жрать потому что охота. Бараньи ребрышки на углях, еще в таком соусе, знаешь, вот таком. Не то что барбекю соус, а вот с такой шрирачей. О! Остренький. Ёпта. Вот меня я красно ехал, чуть не завалил. Ребят, кстати, у меня скоро этот кулинарный канал открывается. Это будет мой 19-й канал. А ты определился, да? А? Что? Ты определился, да, уже? Да, я понял, что готовить мне, в принципе, нравится, ну и плюс я один сейчас живу, поэтому... как бы... все равно готовить приходится, я думаю... Тихо. Блин, этот крас меня когда-то убьет. Я надеюсь на это. Да серьезно, он меня уже второй раз пытается завалить. Просто какой-то ветер. Этот... ветер с моря дул, ветер с моря дул. А, понял. Ну, бывает, в принципе. Да ничего страшного. Было, да, такое? Кем не бывает. У кого ветер с моря не дул? Пусть тот кинет в меня камень первым. Не понял. Это из Библии. Угу. Наверное, я не сильно верующий. Я не читал никогда. Я не дочитал. Не поверил, да? Потому что. Так это сейчас оскорбление чувств верующих вообще-то. Будь осторожен. Потому что я-то верующий человек. Могу оскорбиться. Не, подожди, и сломать тебя. Я-то как бы. Подожди. То есть оскорбление чувств верующих, а если ты не верующий и ты веришь в то, что ты не веришь, то как бы получается. Верующие говорят, типа, что это, и получается, что оскорбляют тебя. Ну, то есть, на это уже не считается оскорблением. Не веришь. Главное, что ты веришь. То есть, в одну сторону вот эта вот фигня работает. Это как с женщинами. То есть, получается, вот это вот феминистки придумали... веру? Да. Блин, такое, наверное, тоже нельзя обсуждать. Такое нельзя обсуждать, конечно. Потому что могут лицо сломать, как те, как другие. Коленкой. Да. Сначала пах сломают, а потом лицо. Сначала лицо, а потом яйцо. Хм. Такое тоже нельзя обсуждать, да? Лицо потом... слушай, ну... или можно? Я даже не знаю. Ставь лайк, если можно. Блин, тут по болоту ползу. Короче, в обычном спинтарисе тут вообще по болоту пролетел, даже не почувствовал. Тут просто я на лебедке катаюсь. Ну ты вообще на лебедка. На лебедка. На лебедка. Ну ладно. И даже добавить нечего. Блин, тут не хватает вот этих вот цветов светящихся. Как Алексей, в обычном спинтарисе. Сейчас все нормально. Николай, все отлично. Хорошо. Николай. Приятно. Приятно. С вами приятно сотрудничать, Николай. Спасибо, Алексей. Жестко вообще, на самом деле. Не, жестко, Николай, жестко. Жестко, Алексей. Все нормально, Николай? Все устраивает. Все нормально? Все нормально. Я имел в виду, как там дорога у тебя продвигается? Просто ты сказал, что застреваешь, и я имел в виду, может быть, тебе помощь какая-то нужна, там, моральная. Да знаешь, моральная, в принципе, может быть. Все будет хорошо, все будет замечательно. У тебя еще будет 8 миллионов подписчиков в ТикТоке. Отличная поддержка, спасибо, Николай. Да, пожалуйста, Алексей, знаете ли, лучше бы не поддерживал. Просто поддержал. Блин, надо было ехать по дороге. Нафига сюда попёрся, дубина? Согласен, согласен. А я тебе ты уже обратно едешь? Да.
Охренеть. Слушай, ты, по-моему, сейчас быстрее меня еще доберешься. А тебе ближе, что ли, чем мне? Ну, типа да, но я такой маршрут взял. У тебя быстрее будет. Тебе хоть дальше, но у тебя дорога нормальная. Кажется, я тону. Ой, я вот сейчас утону, у меня река тут впереди. Широка река. Пока нога. Чего? Слушай, а меня сейчас смоет, здесь течение такое фигачит жесткое прям. О. Как ты любишь. Все. Ты давно на море был? Да. Там течение вообще есть? На море? Ну, да. Типа, могут быть какие-то, наверное. Ну, бывает очень такое, что смывает просто, я-то очень давно не был. Бывает. Офигеть. Нет, так давно не был. Ребят, кто не был на море никогда, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Моряков. Не было просто очень давно. Так я последний раз с тобой был на море. По-моему. Николай просто никогда не видел море. Не, на самом деле, вот до этого момента, как мы с тобой были, я до этого был один раз только, и когда мне было лет, наверное, 12. Меня, короче, родители отправили там в какой-то, ну, типа, ну, там лагерь, не лагерь, как-то так это. В лагеря. Да, в лагеря, но на море зато. Вот, это было вообще шикарно. Так вот некоторые, знаешь, постоянно ездят. Ну, а кто-то вообще живет, типа, рядом. Да, да, у кого-то, типа, лето ассоциируется с морем. Для кого-то, типа, ну, лето и лето, как бы. Для тебя вот, например. Да. Потому что тебе, на самом деле, очень близко. Если бы мне было настолько близко, как тебе, я бы, мне кажется, не то, что каждое лето, я бы вообще там круглогодично был. Кстати, а как там зимой погода? Как зимой? Ну, снега же нет там. В смысле нет? Есть. Да ладно. Бывает даже такое, что так замерзает, что просто даже море замерзает. Да ладно. Да. Ёпты. Ну чё за крас? Ты врёшь. Я не верю тебе. Не может такого быть. Слушай, у меня грузовики сцепились, как собаки. Я отказываюсь дальше ехать, потому что я жду этого утра. Так в смысле уже посветлело? Ну, я жду еще больше утра, пока недостаточно утра. Я задолбался тут сидеть на этих бревнах. Я не знаю, что я тут зарываюсь. Я по асфальту еду, поэтому не вижу пока проблем никаких. Мне крас, который я тащу за собой, создает проблему. Он догоняет, начинает поддевать мои бревна, их поднимает воздух, и мы сцепляемся, как собаки. Ты поставь, жопами. Поставь его на этот, на лебедку, а не на газ. Да я не потащу его, я, блин, по болоту еду. Ну попробуй. Не-не-не, мы на лебедке вместе ехать не можем. Тут очень тяжелая работа мужская. То есть серьезная, как бы, да, вот это? Конечно. Пашешь, абсолютно. Получается. Как папа Карло. Комбайн пашный. Ёб твою налево. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Куда, блин? Почему так глубоко? О май. Да там, блин, лужа какая-то такая огромная. Я понимаю, да. У меня у самого такая же ситуация. Меня сейчас Урал таранит. Прямо в жепу. Ты, кстати, проехал эту реку или нет? Проехал, не? Какую? Да у тебя там какая-то была одна после загрузки. Наверное, давно уже. Нифига где-то уже. Далеко. Далеко, глубоко. Так, наверное, мне надо подтянуть его, слишком он далек. Этот уголек. Слушай, ну 2 по 4 сложнее, мне кажется, тащить, чем бортовой прицеп и еще один бортовой. Не знаю, никаких проблем не испытываю.
Ну, сейчас перевернусь только, а так вообще ноль проблем. Не надо. Да дяденька, ладно? Не надо. Да ладно? Зил сила, крас могила. На КамАЗ и двор стреляю в упор. О, вот это по-нашему. Ну тут спасибо, пожалуйста, и куда ехать дальше? А там одна дорога у тебя. У тебя один путь. Я просто думал, что я уже приехал, а мне еще ехать и ехать. Ну, такое, в принципе, с каждым бывает. Серьезно? Я думал, я в этой ситуации один такой. Слушай, я сейчас столкнулся с тем, о чем ты говорил, что вот происходит таран. У меня тоже сейчас происходил таран. Поддевание полужопка этого, да? Поднятие полужопка. Мой полужопок был только что приподнят. Ох ты, ё-моё, тихо, сейчас перевернусь. Так он реально пытается завалить. Еще и поворачивает добавок, и все такое, типа, сейчас опрокинется, ой, да? Ой, сейчас, вот и сейчас опрокинусь точно. Полужопок. Туман сорвал. Здравствуй, мой Магадан. В принципе, я его тяну просто так, если что. То есть, без газа даже его. Нифига себе. Ну там дури много. Наверное, на мазе на ком-нибудь тянешь? Нет, я на зилке. Нифига себе. Серьезно? В зилке тяну этот Урал. Ну, тяжело, конечно. Ну тянет, но тяжеловато. А Урал просто быстрее, он поэтому, типа, он догоняет. А у тебя крас тоже, крас более проходимый. Так ты возьми, переджонься. Да я уже приехал. Тяни на крас. А, приехал уже, да? Да. Ладно. Мне еще все равно. А, ну ладно. У меня здесь пот. Пот-пот. Поддевание происходит. Не, ну удобно, конечно, что вот они такие, знаешь, вдвоем, двухмоторная такая штука. Прикольно. Сейчас он вообще его задерет жестко. Ух! Все, распломбировал там? Да. Хорош. Приятненько. Фух, есть контакт. Так. Фух, е. Оу, е. Оу, май. Оу, е. Оу, е. Так, ну что, я пока еще еду. Работа идет, какие заводы. А я поеду просто так в твою сторону. Кататься буду. На Урале. Порожняком сейчас, как долечу туда, быстрее тебя еще. Давай. Нифига себе. Слушай, порожняком так бодро едет? Офигеть, проходимость. Когда пустой. Порожняком. Блин, я так есть хочу. Это потому, что говорил про ребрышки. Ты мне кажется, сейчас я перестану ехать, я просто брошу на полпути, пойду похаваю. Тебя просто вот жизнь наказала за то, что говорил вот это ребрышки, там вот это вот там. Ребрышки барбекюшные на углях. Да, вот это вот оно. Ой, все. Барбекюшные ребрышки на сейчас... рублях. На рублях. На рублях. С картошечкой такой, знаешь. Выложил такое вместо газетки рубли, выложил. Запеченная такой картошечка. Соус, тут лучок еще такой вот этот маринованный, который, знаешь, в уксусе маринованный. О. Огурец, помидорка. Зеленушка. Квасок какой-нибудь. Кто? Зеленушка. Зеленушка, само собой, да. И хлебушек такой вот, ну, свеженький, знаешь, такой вот нажимаешь на него, он такой мягкий, еще и теплый. Хрустит. Хрустит, но тепленький такой вот. Кто захлебнулся слюной, лайк ставьте. Если сможете, если вы живы. Так, ну что там, как у тебя там продвигается? Я захлебнулся. О.
Ну что ты там едешь-то? А, так кто ты был? Mm. Я тебя вообще не вижу, все еще даже не вижу. Где ты там есть? Mm? А, вон то стекла моргают. Нифига я быстрый. Ты просто по-другому дорогой поехал. Так ты не на Зилке едешь. Ты на Урале. А Орел на Зилке, да? Да. Ну, на Зилке я вез. Лес. А этот я взял где-то в лесу. Вот у меня вторая машина такой же. Который меня сейчас подпирает. Вот он такой же. Какой-то другой, да, получается? Что-то у него кабина другого цвета. Они разные Уралы или одинаковые, просто разного цвета? Ну, просто покрашены, наверное, так. Выгорел на солнце. Был раньше желтый. По-моему, выбора цвета вроде бы нет, да? Ничего здесь нет, это игра так себе. Так себе? Не могу сказать то, что я считаю, то, ну, как бы, свое мнение не могу высказать здесь, потому что, мало ли, разработчики потом еще меня это стрейканут, как у Escape from Tarkov. О, струляет. Че? Офигеть. МГ, слушай, кстати, а я у тебя леса не вижу. У меня нет его. Я ж перевернулся там. Ты серьезно? Ну да. Ты ж сорёшь или нет? Нет, конечно. А чё ты не сказал, чтоб я лес вез? Ну я просто решил тебя затроллировать. Ёпта. А у тебя реально пусто там просто, понял? Вообще пусто. А на этом даже нет... А, нет, появился. На этом не было платформы лесовоза даже. Серьезно, без леса. А ты когда в прошлых сериях за мной ехал, у меня был лес или нет? Я, думаешь, помню. Офигеть. Ой, блин, я уже поверил, что ты опрокинулся. 50 минут, 330 литров. Да, да, да. Ну что, будем на этом заканчивать, народ. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Алекс Фреш и Механик. И всем пока-пока. Всем пока.